Перерыв с пользой для города. В пятницу днем часть сотрудников энергосбытовой компании «Гарант» отвлеклись от офисной работы и, вооружившись граблями и пакетами для мусора, вышли на субботник. СК «Гарант» ежегодно участвует в данных мероприятиях. Мы считаем, что город наш должен быть чистый, поэтому мы своим маленьким трудом пытаемся вложить в это общее дело какую-то толику полезности. Мы за чистый город, компания наша молодая, коллектив позитивный, задорный, легкий на подъем, поэтому сегодня решили также поучаствовать в деле уборки города после зимнего периода. Место для уборки предварительно согласовали с мэрией. Это проблемный участок на пересечении улиц Маяковского и Володарского. Летом здесь маленький зеленый оазис, окруженный домами и дорогами. Но вот после зимы он обычно в довольно неприглядном виде. Накапливаются бумажки, пакеты, бутылки и прочий мусор, брошенный безответственными ивановцами. Как оказалось, миссия выполнима, особенно если трудиться слаженно. Всего полчаса уборки, и мусора больше нет. Как признаются офисные работники, субботники – хорошая традиция. Провести время на свежем воздухе не только полезно, но и приятно. Заметно, что в последний год наш город становится красивее, преображается, и приложить к этому руку, я думаю, даже мы в некотором степени получаем удовольствие, когда, проходя мимо этой же дороги, мы заметим, насколько здесь становится чище. И я думаю, даже в следующий раз, если фантик или что-нибудь, мусор упадет мимо урны, мы не полемимся, когда пройдет вот такую физическую нагрузку, пройдя, мы не полемимся, нагнемся и бросим все, что таки мусор лежал там, где ему надо. Подобные примеры доказывают, что сделать город еще немного лучше по силам каждому, особенно если взяться за дело дружно, и что совсем не обязательно для субботника дожидаться субботы. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.